Их осталось мало, героев тех великих свершений. Их эпоха стала историей. Эпоха, растившая новых людей, добрых и светлых. Да, в прошлом веке на планете Земля, в стране Советов, растили таких людей, удивительно внутренне чистых. И они росли, сами стремясь к лучшему. Уже в начале пути они, зачастую голодные, оборванные, неграмотные, свято верили в то, что их потомки, поколения потомков, не будут ни в чем нуждаться. Они были уверены, что мир, который они построят, будет большим, самостоятельным и сильным. Они точно знали, что этот мир им придется оберегать и защищать, и были к этому готовы. Но для начала его предстояло построить. А как? Никто в мире такого еще никогда не строил. Создатель первого социалистического государства Владимир Ленин смоделировал такой мир, а Иосиф Сталин притворил эту модель в жизнь. И у них получилось. И появилась могучая страна с лучшими в мире людьми. Экономическая модель Сталина была совершенна. Она позволила в кратчайшие сроки сделать из отсталой аграрной страны индустриальную державу. Из индустриальной державы – мирового лидера. Эта экономическая модель стала нашим великим достоянием. Ее главной составляющей были люди. Те самые, чистые и светлые, еще вчера бывшие никем, а ставшие всем. Они и создали эту модель Сталина. Модель Сталина создавалась для них. Это горельеф Евгения Вучетича «Советскому народу, знаменосцу мира, слава». Созданный в год смерти Сталина, он на долгие 50 с лишним лет оказался закрыт фанерными щитами. Не ко времени было. Сегодня горельеф может увидеть каждый. Может быть, время пришло увидеть, вспомнить и осознать эпоху. И людей, которые эту эпоху создавали. Россия превратится в страну крестьян. Города пустеют и обратятся в развалины. Железные дороги зарастут травой. С исчезновением железных дорог исчезнут последние остатки центральной власти. Англичанин Герберт Джордж Уэллс, говоря языком современным, классный фантаст, впервые попал в Советскую Россию в 1920 году. Тогда автор «Машины времени. Человека-невидимки» совсем не фантазировал. То, что он увидел, его потрясло. Не могло не потрясти. Молодая Республика Советов действительно была той самой Россией во мгле, которую он и описал. При этом Уэллс очень постарался быть снисходительным. Все ужасно, но коммунисты все равно отчаянные парни. В чем-то даже способные вызывать симпатию. Посмотрим. А может быть, у них и получится? А вдруг? Перед лицом величайших трудностей они стараются построить на обломках прошлого новую Россию. Можно оспаривать их идеи и методы, называть их планы утопией, можно высмеивать то, что они делают, или бояться этого. Но нельзя отрицать того, что в России сейчас идет созидательная работа. Герберт Уэллс, «Россия во мгле», 1920 год. Только что закончилась гражданская война. Пережили интервенцию. Надо жить. Военный коммунизм, пройденный этап. В стране НЭП, новая экономическая политика. В промышленности главки упразднены, вместо них тресты, синдикаты, биржи и ярмарки. В 1925 году крестьян призывают: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. Немногие в партии с этим согласны, но это уже даже не вопрос диспута. Если крестьянам можно, что уж говорить о городских. Борис Савенков, террорист и ярый антисоветчик, отзывается о происходящем с восторгом. Люди как люди и живут по-людски. В рулетку играют, ликеры заграничные пьют, девиц на Роллс-Ройсах возят. Кузнецкий мост, выйдешь часика это к 4. Дым коромыслом, рысаки, садкомы, непманы, комиссары. Не дать не взять, как до войны при царе. Вот она, рабочая власть. Коммуной-то и не пахнет. Борис Савенков, «Конь вороной», 1923 год. У НЭПа были свои плюсы. Но долго пребывать в состоянии новой экономической политики, никак не ориентированной на тяжелую промышленность, было попросту опасно. Затягивать было нельзя. Вероятность новой войны с мировым капиталом была очень велика. Это и не скрывали.
Десятый съезд РКПБ в 1921 году прямо констатировал начавшуюся в Европе подготовку ко Второй мировой войне. До Большой войны оставалось 20 лет. За это время требовалось создать мощное индустриальное государство, не ориентированное на капиталистический импорт. Но для того, чтобы его строить, нужен человек, люди, ради которых все это строится. И сами они должны принять эту стройку и готовы перетерпеть все ради общей победы. В середине 20-х годов в стране Советов все больше проявлялось системное противоречие. Форма правления, диктатура пролетариата. А страна, в которой предстояло строить социализм, практически полностью аграрная. Не говоря уже о том, что разрушенная и еле живая после иностранной интервенции и гражданской войны. Заводские рабочие, гордость рабочего класса, составляли лишь несколько процентов населения, да и то, стоит признать, многие из них вчера еще из деревни приехали. Противоречие? Несомненно. Какая уж тут индустриализация. Марксизм-ленинизм предложил теорию строительства социализма. Страна Советов воплощает ее в жизнь. Нужно развивать теорию дальше. Сталин занимается этим лично. Важно создать учебник по политэкономии, раскрыть в нем особенности социалистического способа производства. К решению этой проблемы привлечены лучшие ученые страны. Сегодня крайне трудно представить, что личность масштаба Сталина будет вникать в такие вопросы. Но он вникал. Такой человек был, так чувствовал свою ответственность за страну и за людей, которые в него поверили. Учебник по политэкономии вышел уже после его смерти, в 1954-м. Сталин понимал, что для создания новой экономической модели нужна правильная экономическая наука. Незнание теории нас погубит, а это значит учиться, учиться и еще раз учиться. Главе СССР это не мешало с изрядной долей скептицизма относиться к западным экономическим аналитикам. Эти уважаемые экономисты понимают в политической экономии не больше, чем, скажем, архиепископ Кентерберийский в антирелигиозной пропаганде Иосиф Сталин. Сомневался ли Сталин в том, что его экономическая модель, новая и для многих непостижимая, победоносно сработает? Мы этого не знаем. Но он настойчиво выстраивал ее, создавал в интересах народа. Все для страны, все на благо каждого человека. И он победил. Мы все победили. Экономика Сталина. Государственная форма собственности на средства производства. Общенародная. Главный принцип получения доходов по трудовому вкладу, по твоему личному трудовому участию. Все остальное общее. В сталинской модели экономики доход давал только один фактор производства – труд. Право на получение дохода получал только владелец рабочих рук, человек, который так или иначе руками или головой создает общественный продукт. При всем при этом он совладелец средств производства. Он владеет капиталом и природными ресурсами. Социализм! Ага! Вот это паркетик, а? Ну теперь поработаем! Эта страна не приемлет рыночную экономику Запада. У нее своя экономика, сталинская. Она носит мобилизационный характер. Все под ружье, вернее, под лопату и к станкам. Так весь народ солидарен с этим и готов практически безвозмездно с раннего утра и до глубокой ночи строить свое светлое будущее. Потому что верит в это будущее и верит в людей, которые ведут их в это будущее, и точно знают, что его не обманывают. И так могло быть только в одной стране в мире. И это было правильно. И, как показала практика, экономически оправдан. Хотите оспорить? Попробуйте. СССР строит новое общество на здоровых основах. Чтобы осуществить эту цель, надо подвергаться риску. Надо работать с энтузиазмом, с такой энергией, которую мир до сих пор не знал. Надо бороться с огромнейшими трудностями, неизбежными при стремлении построить социализм в обширной стране, изолированной от остального мира. Форвард, Англия, 1932 год. Сталин заставил Запад буквально сойти с ума.
о какой рыночной экономике идет речь. Любой маломальски обученный экономист, а тем более бизнесмен, прекрасно знает, что наибольшую прибыль приносит легкая промышленность. Производство детских игрушек, например. Частному капиталу не всегда интересно развивать тяжелую промышленность. О какой рентабельности может идти речь? Слишком долго ждать отдачи, да и дождешься ли вообще? Вкладывать в заводы и фабрики миллионы, не думая о прибыли? Что они творят, эти большевики? Что он себе напридумывал, этот товарищ Сталин? На что надеяться? Поверят ли ему люди? Я хочу разъяснить, что я не коммунист и не большевик. Я капиталист и индивидуалист. Не пытайтесь недооценивать русских планов и не делайте ошибки, надеясь, что советское правительство может провалиться. Сегодняшняя Россия – страна с душой и идеалами. Россия – страна изумительной активности. Быть может, самое важное в том, что молодежь и рабочие в России имеют одну вещь, которая, к сожалению, недостает сегодня в капиталистических странах, а именно надежду. Гибсон Джарви, председатель банка United Dominion, Англия, 1932 год. 14-й съезд ВКПБ 1925 года назвали съездом индустриализации. В соответствии с концепцией социализма, промышленность и сельское хозяйство не могут развиваться стихийно. Страна должна превратиться из аграрной в индустриальную и точка. Наступало время плановой экономики. Все материальные ресурсы в общественной собственности и распределяются централизованно. Потом уже в январе 1941 года Иосиф Сталин, строитель новой экономической модели 20 века, объяснил важную вещь. Он показал, что именно плановый характер народного хозяйства обеспечил экономическую независимость советской страны. В конце 20-х годов ручаться в этом было еще трудно. Но созидательный оптимизм одержал победу. Слыхали? От черти, а! Если бы у нас не было планирующего центра, обеспечивающего самостоятельность народного хозяйства, промышленность развивалась бы совсем иным путем. Все началось бы с легкой промышленности, а не с тяжелой промышленности. Мы же перевернули законы капиталистического хозяйства, поставили их с головы на ноги. Мы начали с тяжелой промышленности, а не с легкой. И победили. Без планового хозяйства это было бы невозможно. Иосиф Сталин. 1932 год стал годом абсолютного триумфа. Первая пятилетка за 4 года и 3 месяца. Чего это стоило? При всех своих очевидных сложностях, каждые 29 часов пятилетнего плана в строй входило новое предприятие. В дальнейшем процесс ввода в эксплуатацию еще и ускорили. Во второй пятилетке каждые 10 часов новая фабрика или завод. У этого города нету традиций. Бульвара, дворца, фонтана и неги. У нас на глазах городище родится. Из воли, Урала, труда, энергии. Понял? Хорошо. В третьей незавершенной из-за войны пятилетке темпы строительства возросли до каких-то уже совсем нереальных сроков. Новое предприятие советской страны каждый день, каждые 7 часов. За неполных 3 пятилетки в стране было построено 364 новых города. Сооружено и введено в действие 9 тысяч крупных предприятий, по 2 в день. Советский человек, как феномен 20 века, как уникальное историческое явление, создавался с опережением самых смелых планов. Ежесекундно. Ну что я особенного сделал? Каждый это может. Хотите, я на 30 станках буду работать? Так и записывайте, на 30! Никогда за всю историю человечества ни одна экономика мира не знала ничего подобного. Ни одна страна с этим не то чтобы справиться, помыслить такого не могла. Ни для одного народа такой порыв не стал смыслом жизни. Это был искренний трудовой героизм. По данным статистического бюро Лиги наций, на протяжении 30-х годов СССР имел самые высокие темпы роста промышленного производства. И это за всю предшествующую мировую историю. Это нельзя было даже назвать промышленным ростом. Это был взрыв.
Это был шок для всей экономической системы Запада. Признание ее профнепригодности. И экономическая модель Сталина в действии. Во всей своей победоносной красе. Надо это все видеть для того, чтобы этому поверить. Наши собственные достижения, осуществленные нами во время войны, лишь пустяк по сравнению с тем, что делается в СССР. Американцы признают, что даже в период самой стремительной созидательной горячки в Западных Штатах там не было ничего похожего на теперешнюю лихорадочную творческую деятельность в СССР. Форвард, 1932 год. До 1932 года три четверти промышленных районов мирового значения находились на Западе. С 1932 года ровно половина индустриальных районов мирового уровня плотно расположились на территории СССР. В первой трети 20 века в мире таких крупных промышленных районов и было-то всего четыре. Пенсильвания в США, Бирмингем в Великобритании, Рур в Германии и Донецкий в Советском Союзе. В конце первой пятилетки к ним добавились Урало-Кузнецкий и Днепровский. Днепрогэс. Мощь, сила и символ. Вся молодецкая рабочая удаль первой сталинской пятилетки. По оценкам американских специалистов, стоимость Днепрогресса должна была составить 120 миллионов рублей. Газплан оценивал строительство в 109,5 миллионов. По более поздним оценкам историков и экономистов, стоимость всего проекта, включая стоимость шлюза, заводов и строительства соцгорода, составила 400 миллионов долларов. Индустриализация стоила дорого. К началу первой пятилетки рубль неконвертируемый, поэтому все машины, станки и оборудование приходилось покупать за марки, франки, фунты и доллары. В 21 веке оценки затрат на индустриализацию разнятся. Но при разбросе цифр они выглядят практически нереально. От 2 до 4 миллиардов долларов. Тогда, сегодня, приписывайте как минимум 2 ноля. Вот вам цена индустриализации Советского Союза. При всех валютных затратах индустриализация в СССР не была ориентирована на экспорт. Казалось бы, чего проще? Построил завод – продавай продукцию на Запад. К примеру, алюминиевые трубы. Но завод производил трубы, и они шли на стройки страны. Представлять социалистическое хозяйство как абсолютно замкнутое и абсолютно независимое от окружающих народных хозяйств значит утверждать глупость. Можно ли утверждать, что социалистическое хозяйство не будет иметь абсолютно никакого экспорта и импорта, не будет ввозить не имеющихся в стране продуктов и вывозить в связи с этим своих продуктов? Нет, нельзя утверждать. А что такое экспорт и импорт? Это есть выражение зависимости одних стран от других. Это есть выражение экономической взаимозависимости. Иосиф Сталин. Курс на импортозамещение и создание единого народно-хозяйственного комплекса. Развивать внутренний рынок – вот практическая задача. От прибыли, как главного стоимостного показателя, в привычном рыночном понимании, Союз просто отказался. Большевизм можно проклинать, но его нужно знать. Пятилетка – это новый колосс, который необходимо принимать во внимание и, во всяком случае, в хозяйственный расчет. Газета «Neue Freie Presse», Австрия, 1932 год. Деньги вкладывались в промышленность и в рабочего человека. Трудящиеся получили право на бесплатное образование и медицинское обслуживание. Государство обеспечивало им социальное страхование и пенсионное содержание. Через рабфаки поддерживало их стремление к получению высшего образования. В Советском Союзе ликвидирована неграмотность. К 1936 году каждый из 40 миллионов обученных мог написать и прочитать «Мы не рабы, рабы не мы». Если бы не индустриализация, ничего бы этого не было. Мало того, что страна уходила от внешней зависимости, на глазах создавался новый человек. Страна строила социализм. У нее это получалось. Сталин взял такие нереальные деньги на индустриализацию.
Страна Советов молодая, говорят, нищая, и вдруг такие богатства. На Западе кризис. Все дешево, закупай не хочу. Закупали и дешево, и по полцарства за коня, по 50 тысяч долларов за фрезерный станок. Это как? Существует мнение, что Советский Союз торговал зерном, выжимая последние соки из советского крестьянства. Хлеб, конечно, и голова, но только то, что индустриализацию провели за счет угнетения зерновых поборов – полная чушь. Только в 1928 году на отечественную пушнину приходилось 17% экспорта – самая высокая статья дохода. Зверя били. Нефть и нефтепродукты – 16%, лес и пиломатериалы – 13%. Экспорт зерна составлял всего 7%. Столько же, сколько и экспорт масла. И почему же псевдоисторики до сих пор не написали о том, как из советских крестьян давили масло на экспорт? В программе индустриализации принимали участие почти 30 тысяч иностранных рабочих. На новейших экскаваторах и подъемных кранах работали бельгийцы с итальянцами, и все получали зарплату в валюте. В переводе на доллары в 1928 году экспорт из Советского Союза составил 327 миллионов 430 тысяч долларов США без экспорта золота, а импорт – 422 миллиона 350 тысяч долларов США в минусе почти на 100 миллионов. Так откуда Сталин взял столько денег на индустриализацию? Самая громкая, но оттого не менее неправильная версия – распродавали сокровища Эрмитажа. Продавали. В 1934 году Британский музей выкупил у нас за 100 тысяч фунтов стерлингов, 1 миллион золотых рублей, Синайский кодекс. Самый древний на тот момент полный список Нового Завета. Цена одного Синайского кодекса равняется двум птицефабрикам. Всего же наркомат внешней торговли заработал на искусствоведческой операции 25 миллионов золотых рублей. Увы, Харьковский тракторный или Горьковский автомобильный не построишь. Существует версия, что американский капитал сотрудничал со Сталином по специфическим соображениям. Переводил часть капитала в Россию, убегая от кризиса. Смешно. Печатали фальшивые доллары? Экспроприировали революционеров? В Советском Союзе было много золота. Но откуда в Союзе много золота? В Советском Союзе было очень много золота. Официально в среднем добыча в год 320 тонн. Архивные же данные по золотодобыче тех лет до сих пор не рассекречены. Советский экспорт не мог покрывать всех валютных затрат на индустриализацию. Возникла необходимость сверхплановых заданий по импорту. Дополнительно закупали, не афишируя. На золотые миллионы и миллиарды. И это может считаться основной версией того, откуда Сталин взял деньги на индустриализацию. Кому-то от этого в Советском Союзе стало хуже? Впервые в истории Россия добывает алюминий, магнезит, апатиты, йод, поташ и многие другие ценные продукты. Путеводными точками советских равнин являются теперь не кресты и купола церквей, а зерновые элеваторы и силосные башни. Россия начинает мыслить машинами. Россия быстро переходит от века дерева к веку железа, стали, бетона и моторов. Журнал Nation, США, 1932 год. В 1938 году Советский Союз уже производил 13,7% мировой продукции, в то время как Германия – 11,6%, Англия – 9,3%, Франция – 5,7%. К концу 30-х годов СССР стал одной из немногих стран, способных производить любой вид промышленной продукции, доступной в то время человечеству. Страна действительно обрела экономическую независимость и самостоятельность. Иосиф Сталин не преувеличивал и никого не пугал. Он констатировал: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Иосиф Сталин. Нас не смяли. Мало того, нас признали. И испугались экономической мощи страны. Великого энтузиазма непостижимых людей. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Страны счастливее, и нет страны счастливее.
Чем совершеннее человек, тем могущественнее страна. Советский Союз преодолел все преграды и стал мощной силой. И во главе ее стоял человек, способный воплотить в жизнь этот великий проект. Экономический эксклюзив. На все времена.